Юлия говорит, не обидите ли гости, если сделать поздравление молодожену сразу после выездной регистрации, не занимать этим время на банкете. Вы знаете, гости будут вам благодарны, я думаю, потому что им не придется держать букеты, а некоторым еще и конверты мешают, понимаете, вот они греют карманы, думают, ну елки-палки, скорее бы уже конверт отдать и забыть об этом. Да никто не обидится, слушайте, если главное донести правила, вот и все. Главное, чтобы ведущий сказал, уважаемые гости, если у вас есть желание, ну и не делать это в жестком формате, о том, что, итак, друзья мои, если сейчас конверты не сдадим, за стол не пускаем. Тогда они, конечно, подумают, елки-палки, зачем я приехал? У меня в конверте всего 500 рублей. А если это сделать в формате правил, да, что, дорогие гости, у вас есть возможность сейчас поздравить, если хотите, да, если хочется сказать слово и поздравить... и подарить подарок уже на банкете, потому что некоторые готовятся к своим поздравлениям особенным образом, некоторые же не просто конверт дарят, а у некоторых там подарок определенный, у них определенные слова к этому подарку, они готовятся, им хочется выйти, взять микрофон, чтобы все абсолютно 50 гостей увидели, какой у них классный подарок, как они круто все придумали. И для таких гостей, конечно, этот формат подарить подарок на выездной регистрации не подходит, потому что им хочется иначе немножко. Все, ведущий озвучивает правила, что, мол, дорогие гости, кто хочет, может сейчас поздравить, кто не хочет, может поздравить на банкете. В общем, все в ваших руках.